В области ЖТСУ полным ходом идет подготовка к посевной. В этом году будет засеяно под сельхозкультуры больше 500 000 гектаров пашни. Преимущество растеневоды отдают по-прежнему сахарной свекле, сое и кукурузе. Раньше всех к подготовке полей под посев приступили в Панфиловском районе. Здесь выращивают овощи на основе интенсивных технологий. Подробнее расскажет Гульнар Жантасова. Ербол Арибжанов – один из лучших механизаторов в хозяйстве. В его руках работа спорится. Сейчас здесь горячая пора. Весь парк сельхозтехники необходимо подготовить к сроку, чтобы посевная страда прошла без проблем. Эта техника. Летом будем готовить сено, сенаж, силос. Ремонтируем технику, чтобы все лето нормально поработалось у нас. А так все запчасти все хватает, все привезли, чтобы летом без остановки работать. Ежегодно здесь засевают подкормовые культуры и кукурузу на зерно около 1200 гектаров земли. В основном применяют инновационные технологии – дождевальные установки и капельное орошение. Если в прошлые годы под них отводили только половину площадей, в этом году решили освоить их полностью. Сейчас в хозяйстве техника уже на полях идет подготовка к вспашке. На поле хватает нитратов, этот азотные удобрения, но чуть-чуть есть фосфорные удобрения и чуть-чуть калийные удобрения. А нехватка у нас органических удобрений. В данный момент мы начинаем внести на поле органические удобрения. Это органическое самое важное, один из важных элементов для культурных растений. Для применения инновационных технологий необходима и новая техника. Ее здесь приобретают ежегодно. Благодаря этому на небольших площадях получают богатый урожай. В среднем по 15 тонн с гектара. Парк обязательно будем обновлять, новую технику закупить. Плюс к этому плуги. Два штуки взяли новые. Сеялку берем и опрыскиватели новые. Они все будут работать на GPS. Можно с ним ночью работать и все. Гектары там все будет там на дисплее видно, везде GPS установлено, все у нас на планшете мы видим. Мы на сегодняшний день уже на 70 миллионов в этом году привезли технику, планируем довести это до 1 миллиарда тенге. Но это в основном у нас идет техника сельскохозяйственного назначения по уборке урожая. На сегодня заявки поданы на 50 сельхозмашин. В целом же в области ЖТСУ в этом году посевы сельхозкультур вырастут на 2000 гектаров. Основной акцент будет на сахарной свекле. Под нее освоят вдвое больше площадей, чем в прошлом году. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ.